США предупредили Россию, что могут нанести новый мощный удар по Сирии. По данным агентства Bloomberg, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил об этом представителей Москвы на недавней встрече в Женеве. Оказывается, американская разведка получила информацию о возможности применения сирийской армии химического оружия, чтобы освободить территории, которые контролируют противники режима. В этом случае, решили в Белом доме, американцы не ограничатся нанесением ракетных ударов, а предпримут масштабные военные действия.